Еще одна проблема, которая требует особого внимания. Лаборатория по производству амфетамина ликвидирована сотрудником УФСКН Почувашии. Двое москвичей вместе с тремя жителями нашей республики изготавливали запрещенное психотропное вещество в съемной квартире жилого дома. В планах злоумышленников было не только производство, но и сбыт наркотика на территории региона и за его пределами. По оценкам экспертов, мощность этой лаборатории – 2,5 килограмма амфетамина в месяц, а это примерно 1000 доз вещества. Сейчас участники группировки приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 11 лет, со штрафами от 7 до 100 тысяч рублей.